Ну вот и наступило 8 марта. В Москве 7 часов и 5 минут. И это действительно 8 марта 2016 года. Друзья мои, дорогие женщины, поздравляю вас с наступившим 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья, любви, море цветов и, главное, чтобы вас любили и вам всегда цветы дарили. За окошком всю ночь было патмурно, никаких осадков, теплое утро. Как видите, кругом пасмурно, но ждите солнца, как я проснусь. Снег тает, птички поют. Скоро здесь снежная поляна будет от снежников. Трава, видите, пробивается уже зеленая трава. Итак, друзья мои, день будет пасмурным. Без осадков, с праздником. Ни пуха, ни пера. Ждите солнца.